И потом там еще присоединяться, пока все что-то боятся. Ну и опять в раздевалке. Думаем, что делать сейчас. Да, правда, по первой части. Да. В этот раз замен у нас нету, но... Уроков нет. Уроков все равно нет. Сегодня очень плотный график. Мы будем давать людям эспандер. Если они его сожмут, мы будем давать 100 рублей. Возможно. Шарики на лестнице. Короче, сейчас мы идем в раздевалку с БЛД и Камрадом. В общем, мы пришли в раздевалку, сейчас достаем все наши боеприпасы. Вот так вот он выглядит, 65 килограмм. Да, кто сожмет, получит 100 рублей. Ты первый испытаемый, если ты сожмешь, тогда... 100 рублей. Да, 100 рублей. Давай попробуем, 65 килограмм, одной рукой. Ну, это трогать, да, можно. Надо, то есть, чтобы эти штучки коснулись, ну, то есть, они вот так коснулись, чтобы... Да. Это считается до конца. Если честно, я сам... Сам сжимать не могу, но сейчас проверь. Если у меня получится, тогда 100 рублей останутся. 100 рублей останутся мне. Ну, почти, но не получилось. Почти. А к тебе Кондра. Привет, Кондра. Здорово, Кондра. Нас для тебя это... Слушай, давай, если ты сожмешь, я тебе 100 рублей дам. Ну, просто попробуй. До конца. Одной рукой. Почти. Ну ладно, пойдем других искать, кто сожмет. Да, ищем других людей. Способны сжать эспандер. Так, второй испытуемый. Дегустация булочки. Сыр маздам. Салат айсберг. Боярская колбаска и, конечно же, булочка чабата. Я считаю, что это идеальное сочетание. Но, конечно, булочку можно было сделать потемнее. Он так нормально. Короче, у нас есть шар. У нас есть шарик с предсказаниями. Сейчас мы спросим. Сейчас будем что-нибудь загадывать. Так. А что спросить? А хуй знает что. Так. Сегодня мы прогуляем все уроки. Вообще ничего не видно. Грань какую-то показывает. Что? Безусловно. Безусловно. Сейчас они все руки будут пробовать. Так, какой еще? Будет физика у нас? Или мы будем отдыхать? Стоп. Будет ли физика? Посильнее, потичь. Не. Что? А ты... Погоди, нормально. Что там? Ну, безусловно. Блять, что мне это показывает? Воды не видно. Так? Добро пожаловать. Так, должно быть так. Должно быть так. Короче, физики не будет. Все. Отлично, значит, отлично, сидим тут. Через сколько ступенек пропрыгнешь? Давай. Ставим ставки. 5-6. На пятую. Пятая, да. Давай, на шестую попробуй. Шестая? Ни хрена себе. Не работает. Сейчас мы будем играть в шарик, мы его как-то маской завязали. Да, маской. Причем маской. За нами сейчас приедут, отвечаю. Сейчас нам вот такой жопу дадут. Блин, беги, сейчас.
Он снимает? Да. Он снимает. Короче, сейчас мы будем играть в шарик. Нас выгнали со школы. Да, исключили. Исключили навсегда. Теперь мы решили поиграть на улице. Короче, наша задача, чтобы он не взорвался. Привет! Ну чё? Да не надо, чтобы он падал. А задача, чтобы он не упал на землю. Попробуй сделать так, чтобы... Чтобы не упал на землю. Давай. Как взорвать? Все. Все готово. Ну что, на этом третья часть прогуливаем уроки заканчивается. Спасибо, что смотрели. Здорово всем и всем пока. До свидания.